заказал себе инструмент снапоновский. Приехали трещотки, 3/8. Ход, конечно, у нее вообще уникальный. Большая трещотка на 1/2 квадрат. Тоже с таким же ходом. Если вам слышно. Вообще классно. Это, конечно, трещотка интересная. Вот, здесь-то проще, здесь можно в любом положении фиксировать. Но ход вообще классно. Посмотрим, как он себя покажет через время. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.